Осень. Время наведения порядка не только на берегах рек, но и на городских улицах. В минувшие выходные в Иркутске прошла уже традиционная акция «Фасадник». Несмотря на дождливую погоду, участие в ней приняли почти 150 человек. Организаторы раздали добровольцам наждачную бумагу, металлические щетки, кисти и, конечно же, краску. Волонтеры выбирали не просто деревянные дома, а памятники истории и архитектуры. То есть те строения, которые являются визитной карточкой Иркутска. До начала акции все работы были согласованы со службой по охране объектов культурного наследия. Разрешение выдали на 10 домов. Цель акции не только восстановить исторический облик города, но и показать жителям Иркутска, что в их силах изменить место, в котором они живут, причем изменить в лучшую сторону. Мы все сознательные граждане. Вот лично я еще в Советском Союзе воспитывалась, поэтому я не могла не прийти. А молодежь, видите, какая молодежь активная, позитивная. Молодцы, правда? Все на молодежь бочку катят, а они на самом деле вон какие молодцы. Для нас самое яркое, это что есть небольшое количество жителей, которые сами продолжили. Кто-то дом докрасил. Да, вот здесь, кстати, очень активные жители уже планируют докрашивать дом. То есть мы же покрасили только здесь, они хотят уже по бокам и сзади покрасить. Потому что дом со всех сторон такой красивый. То есть их это заразило идея. Ну, здесь очень активные жители, очень позитивные. Вот. И вот нас больше всего это вдохновляет, когда находятся такие жители и продолжают это дело уже самостоятельно.